Дорогие мои любимые, всем большой-большой привет! Девчонки, у меня сегодня опять максимальная баррикада, потому что мы с вами сегодня будем есть мокрый храповский, и это большие кусочки, и поменьше такие маленькие у меня остаточки остались знаменского. Вот, кстати, хочу взять кусочек знаменского. Знаменский, конечно, сами знаете, хруст обалденный. Даже не перестает хрустеть. Давайте храповский. Такой. Есть чуть ли побольше кусок. Он здесь лежит. Давайте побольше начнем. Как вы видели, было много вкрапления железа. Я их не ем, потому что все-таки 100% происхождение этих вкраплений никому не известно. Thank you.
Знаменский.
Ну что, ребят, я отлично похрустела. Знаменский, он хрустит супер в мокром виде. Но по вкусу в мокром виде мне больше понравился храповский. Вот если их двоих я имею в виду сравнивать. Но хруст, конечно, знаменский. Лучше его в мокром виде ни один десерт не хрустит. Ну что, у меня остался еще кусок храповского. Вот такой, достаточно большой. Я его в какую-нибудь пасту сделаю. Все, я вас люблю, целую.